Депутаты нуротановцы возглавили масштабную работу по модернизации социального законодательства. Об основных важных направлениях деятельности партии сегодня в ходе расширенного заседания Политсовета рассказала вице-спикер Мажилиса парламента Дарига Назарбаева. По ее словам, рассмотрен и принят 31 закон социальной направленности. Например, 1 апреля этого года на 12% увеличены пенсии и пособия. С 1 июля 2015 на четверть будут повышены размеры государственных социальных пособий. Кроме того, законодательно введена единовременная денежная выплата в связи с усыновлением ребенка, увеличены размеры льгот и компенсации пострадавшим от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Внесены изменения в законодательство о пенсионном обеспечении казахстанцев. Создан единый накопительный пенсионный фонд. Предусмотрены пенсионные отчисления от работодателей в размере 5% для тружеников, работающих в тяжелых и опасных условиях. Внедрено субсидирование обязательных пенсионных взносов для работающих женщин в период их нахождения в отпуске по уходу за новорожденным ребенком до достижения им возраста 1 года.